Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, сердечно поздравляю присутствующих с наступающим Днем Африки, в день, когда это событие будет отмечаться. Буквально скоро будет направлено по традиции поздравление президента Российской Федерации в адрес его коллег на африканском континенте. Годовщина образования в мае 1963 года Организации Африканского Единства, преемником которой стал Африканский Союз, воспринимается в России еще и как символ крепкой и искренней дружбы между африканскими народами и нашей страной, которая твердо выступила за освобождение государств континента от колониальной зависимости, за укрепление их политической самостоятельности и создание условий для социально-экономического развития. Подтверждением неизменности этой линии России является опубликованный 7 мая указ президента Российской Федерации Владимира Путина о мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации. В указе среди приоритетных направлений работы перед Министерством иностранных дел и другими органами исполнительной власти России поставлена задача развивать традиционно дружественные связи и многогранное сотрудничество со странами Африки, расширять контакты с Африканским Союзом и субрегиональными организациями. Государства Африки решают сегодня непростые задачи, связанные с внутренними преобразованиями. Многое делается для ускорения темпов роста, укрепления политического единства и культурного сотрудничества на континенте. Растет значимость Африки в мировых делах. Африканские страны все активнее участвуют в урегулировании актуальных проблем современности, поиске солидарных ответов на глобальные вызовы и угрозы. Мы ценим взаимодействие с африканскими коллегами, которые направлены на обеспечение верховенства права в международных отношениях, их демократизацию. Поддерживаем углубление политической и экономической интеграции в рамках Африканского Союза и ИКАВАС, других субрегиональных объединений. Это важная предпосылка выхода на путь устойчивого развития и процветания. Вместе с тем, социально-экономический прогресс во многом зависит от сохранения мира и стабильности. Со времени нашей встречи в прошлом году на африканской земле произошло немало драматических событий. Непростой период переживают народы Ливии, Туниса, Египта. Не может не вызывать серьезных опасений резкое обострение в последнее время кризисов в ряде африканских стран. Упомяну Кот-д'Ивуар, Мали, Гвинею-Бисау, отношения между двумя суданскими государствами, а также положение на Африканском Роге. В общих интересах как можно скорее урегулировать кризисные ситуации, не допуская расползания конфликтов, а угроза такая есть. Ключевая роль в этих процессах должна принадлежать самим африканцам, при активном содействии международного сообщества. Мы приветствуем усилия Африканского Союза по формированию основ коллективной безопасности и созданию собственного миротворческого потенциала. Оказываем содействие в подготовке и оснащении африканских миротворцев. В этом году Россия внесет 2 миллиона долларов США в фонд мира Афросоюза, который будет использован на нужды миротворчества в Сомали и Западной Африке. Немалым потенциалом обладают наши торгово-экономические отношения и инвестиционные связи. Все больше российских компаний осознают, что Африка является континентом больших возможностей и начинают или расширяют свое присутствие в африканских странах. В основе контактов между деловыми кругами лежат принципы равноправия, взаимной выгоды, конкурентоспособности. Кроме того, Россия оказывает странам Африки содействие развитию как на межгосударственном уровне, так и по линии ООН, группы 8 и других многосторонних форматов. В целом политический диалог, деловое сотрудничество, гуманитарные контакты между Россией и африканскими странами приобретают все более позитивную динамику. И мы убеждены, что совместными усилиями сможем существенно укрепить и диверсифицировать весь комплекс обоюдовыгодных связей, приступить к реализации новых взаимовыгодных проектов. Еще раз поздравляю вас с праздником, желаю всем присутствующим, а также народам африканских стран мира и процветания, а всем вашим родным и близким здоровья, успехов и благополучия. Спасибо.